занимался турниром, сам лично занимался глава республики. Поэтому на самом деле очень четко все организовано и все на высшем уровне. Спасибо ему большое. Какие впечатления у вас от турнира? Какие эмоции? Какие могут быть эмоции? Сегодня здесь выступают чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Я могу сегодня сказать, что она сегодня в мире самая сильная, самый сильный турнир. И, конечно же, мне вдвойне приятно, что сегодня она проводится именно в Осетии, во Владикавказе. А так сегодня такую значимость мы ему придали, что это отбор к чемпионату Европы. Один из отборов. И олимпийский турнир. Насколько важны такие соревнования международные для России, для спортсменов, для зрителей? Ну, слушайте, в связи с тем, то, что сегодня творится на международной арене, то, что против нас санкции выдвигают, МОК, сегодня чем больше мы будем проводить здесь, в России, такие международные соревнования, тем мы будем больше доказывать, что наши спортсмены, они все чистые, и нету никакой допинга, и только есть чистый спорт. В какой спортивной форме сейчас находятся наши спортсмены, которые планируются на Олимпийские игры? Ну, сейчас еще рано об этом говорить, потому что еще к Олимпийским играм остался год. Сейчас просто ребята борются, некоторые борются, которые не попали на чемпионат мира. 3 месяца назад было это в Астане. И те, которые боролись на чемпионате мира, я имею в виду и там и Баев, и Саур Сидаков, и Садулаев, они, соответственно, конечно, отдыхают, потому что слишком на пике своей спортивной формы находиться это очень тяжело. Поэтому сегодня они пропускают. Конечно, вы сказали, что рано загадывать, но все же в Токио будет ставки делаться на молодость или опыт? Ставка будет делаться за олимпийский цикл, кто стабильно боролся за 4 года, тот и будет первые, это будет у него. Спасибо вам большое. Удачи.